Экзамен с пользой для общества. Магистранты Академии искусств социально ответственно отнеслись к своим итоговым проектам и поделились знаниями с детьми из детского дома. На идею организации такого мероприятия ребят сподвигло задание по предмету управления проектами в сфере искусств, после которого они решили, что это будет именно благотворительный проект. Про то, какова была его главная идея и посыл, нам рассказал преподаватель этой дисциплины. Прежде всего, мы посвятили этот проект тысячелетию Алматы и 25-летию независимости Республики Казахстан. Второй момент – это с воспитательной целью. Вот. Поэтому ребята выбрали именно детский дом, чтобы здесь привести. Долго думали, как мы будем проводить проект, в каком виде, в каком плане. Решили, что мы проведем мастер-классы различных направлений по специализации магистрантов, которые у меня учатся. Помимо этого, мы Академия искусств, поэтому мы решили концерт провести вместе с детьми, попеть песни вместе с ними. Показать, чему обучились сами магистранты в академии. И, конечно же, это благотворительный ужин для ребят. И хотим этот благотворительный ужин провести вместе с ними чай попить, вместе с ними поговорить, пообщаться. Еще одним приятным моментом этого события стали бесплатные билеты в кино и цирк, которые предоставили спонсоры мероприятия. Я думаю, что дети – это на самом деле радость, это любовь, это то, что дает нам возможность жить, к чему-то стремиться. Вот. И хотелось бы, чтобы детей в детских домах было все меньше и меньше. День у детей выдался очень насыщенным и увлекательным. И мы надеемся, что таких мероприятий и людей, которые бы такое организовывали, становилось только больше. Ведь помогать и дарить счастье другим – это прекрасно, тем более, когда в этом нуждаются.